Конференция – это для меня самое важное событие в году, к которому мы готовимся полгода, а потом проходят два самых важных дня. Не делать просто продукт, а создавать продукт, который клиентам и потребителям интересен – это вот прерогатива топа российского производственного сектора. Все остальные этапы в категорийном менеджменте мы уже прошли. И нам необходимо, я обращаюсь ко всему сообществу, ориентироваться на нашего потребителя. Именно эта конференция, она является уникальной и позволяет здесь получить как теоретические какие-то инструменты, так и узнать об опыте и практике экспертов, которые непосредственно делятся своим опытом. Это действительно ценнейшая информация. Ну и, конечно, опыляться опытом коллег, безусловно, вот на таких мероприятиях это очень важно, делиться самим и получать новую информацию, тогда ты всегда будешь классным специалистом, и твоя компания будет двигаться вперед усиленными темпами. Мне нравится, что у вас здесь современно, собрались люди серьезные. Мы развивали кластер инструментов, то есть инструменты для категорийного менеджера. Мы должны входить в цифровизацию, мы должны входить в понимание процессов, мы должны входить в формирование процессов между отделами, просто для того, чтобы оставаться на плаву и быть с доходом. Инструменты, которые на сегодняшний день озвучиваются на платформе, а те вопросы, которые поднимаются, опыт, который получились эти в последние дни, ну, это, конечно, последние года, это очень отличается от пятилетней давности. Эта ниша вообще не занята. Это было, конечно, для меня открытием, и я рада, что такое мероприятие есть, где люди могут узнать что-то новое, куда движется рынок, еще и обменяться опытом при этом. Спрашивая конкретно вообще, что делать, какие бывают сегменты и так далее, если говорить про кулуары, то да, сильно больше про онлайн, он уже с нами, поэтому обсуждение, а как можно его встроить, и разнообразие ниш. Мы все развиваемся в океане разных событий. Для нас это очень ценно. И самое важное, что мы понимаем, что у нас во всех в головах одна и та же структура. Достигая тех или иных результатов, очень важно отпустить их, потому что только тогда к вам придет новые. И для food retail, и для fashion retail, и для аптечных сетей, и для ресторанного рынка, и для отельного рынка, и для онлайн-формата.